У Муравленко появится единый интернет-ресурс, где будет представлена информация обо всех учреждениях и мероприятиях сфер культуры, спорта и образования. Сейчас проект находится на стадии технической разработки. Новый ресурс будет удобен и прост в обращении. Предполагается, что там будет возможность создания своего личного кабинета и функция продажи билетов на различные мероприятия. Это очень удобно пользователю. Я могу в определенное время зайти, задать число, дату, и мне в мой личный кабинет придет вся информация, что в этот день будет проходить в городе. И я уже смогу выбрать и для себя, и для своего ребенка. Точную дату запуска единого интернет-ресурса пока не называют, поэтому сейчас информацию о запланированных мероприятиях можно найти на отдельных сайтах профильных управлений.